Ну, крита и демона нету, РТДшников, блядь. Давайте просто Ну. для справки, давайте отметим. Вот я таймер включил, видео запустил. 19:14. Давайте посмотрим. Вот рейд фул. Надо как бы уже приступать, ребята. Так, Я по предлагаю танкам. трешку Давай, начать Войд, чистить. в танке, Винар в танке, хилы у нас А пятая я пати предлагаю, пока что что. я предлагаю? Я нихуя не предлагаю. Соответственно, групповой лут у нас стоит. Фласки. Войд, бери фласки, я возьму рыбу и припота. Чапу видел, где ты? Да вон я взял. Ага. Ну я взял Так, сколько дохуя. ты берешь фласки? Я дохуя взял припотов. Я припотов взял, ты фласки берешь. То есть ДДшные и РДДшные берешь Всем фласки. Привет, привет. Здорово. Так, взял. Давай, хота сумонь. Так, теперь метки. На мне будет череп. На тебе еще сбить. Ты на сумонь. Сумоньте бузера, потому что он не тут, я бафнуть его не могу. Сколько хота будем? По три, да, раздавать? Или по сколько? Да, по три фласки раздавай, я попакую этих припотов. Как тебе мой транс? Ай-яй-яй-яй, свернутый. Ребята, все, кто здесь, соответственно... Блядь, Шреддер опять новые учетки, ёб твою... Делай, чтобы... Скажите мастеру, пусть перезайдет в дис, нахуй. Хуя ты мне даешь, на. Ой, бля, кинь обратно, это ошибка. Нахуй иди, блядь. Покинул рейд, ёпта. Просто, просто иди. Да, я обратно. Я три, я не разделил. Ну, Алиса, уже получше, что было, ну. 17. 50, блядь. У меня сейчас 50, блядь, ну ты. Отсчитывай. Надо бошку тебе заменить на. Давай еще раз. Еще так же. Стопните плод, пожалуйста. Лишний. Этот, как у бузера. Сейчас сумоню. Ребят, этот. Либо вообще можешь бошку отключить. Кто будет косячить, соответственно, я буду менять нахуй. Сразу же. Место есть. Соответственно, у нас Зоил сейчас подойдет. Будем, если что, свичить. Ну, наверное, понятно, да? Так. Чек на ФК. По бафам. По бафам. PCMP5. Я... Так, пан. Так, я кулачки раздам. Пан, стякаски. Лимон, прото. А, лимон, блядь, похуй. Пока что так же каски раздавай. Пока души дофармливает, потом в танки пойдет. Обмен следующий. А чё ты мне? На хостой на танка-то фласки, я танка фласки не брал. Только хоста. А танка фласки вообще нет? Нет, ДДшные раздавай Машу танкам, пусть. Нахуй, пусть, чтобы, блядь, для наполнения... Это не, я почти не услышал, нахуй. Ну, где этот войд, блядь? Обмен, обмен. Да подожди, тут, ну, не может быть 10 человек одновременно. Нажимай обмен, кто там? Кидай следующий. Фу, блядь, я думал это нахуй эти, блядь, алкаш... А, не алкаш, но эти. Размечтался. Пизда. Давай, 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 давай. Жадный гильбанк, нахуй. Быстрее, ребята, раздаем. Ну, даем пати. Фласки получаем, припоты получаем. А этот медведь даже тебя, не да? взял. Да, да, рыба у меня. Мосса, я выдаю только припот. У Вайда берете этот фласки. Еще кому быстрее только. Блять, ЭГБ пропал нахуй. Че? Все, все получили. Чек на готовность. Вой, дай мне фласочку. Так, кулачки я раздал, соответственно, каску. Погодите, штампан. Я не закончу. Если закончу, буду танчить. Давай. Еще РДД, еще милики. Нуждаются в фласках?
Если не кидает обмен, значит все нахуй. Будет без фласок, будет ГП нахуй, все. Да. У вас было, блядь, время этот дать обмен нахуй кинуть. Так, давайте, чек готовность. Все потом перед ребром, если еще кто-то забыл. Да, да, да. Погнали. Батон и так... коня отменить. Да. Шо там, демон? Нормально там все. Давайте, пошли. Соответственно, повторяю. Обычные боешки ролите. Соответственно, целкашные уходят в ГБ. Какие-то охуевшие ретрики тут, ну. Чё? Через паука играем? Роги, видите ловушки? Детектите их. Через паука. Блять, я забыл этот нахуй скачать, ёб твою мать. Через пауков играем оперативнее. Через паука. Подводи сюда, ближе. Лимон, сколько тебе душ? Дикой магии есть у тебя? Кто просит? Дзюду. Да, мне даже хватило. Я дал, дал. Что, медленно молчит, да? Бля, что меня делаете не что-то с дискордом, я не медленно я слышу. Сейчас я перезайду. Да? Я его не слышу. Да. Так делайте что-то с этим. Ты, короче... Сейчас меня слышишь? О, о, слышно. Да, я этого, блядь, слышу. Лимон, тут? Да. Сколько тебе душ осталось? Подожди. Иди отсюда, что ты говоришь? Душ сколько? 669. А, осталось? Нет, чего? Нафармил. Пиздец, ты долго их фармишь, ебаный в рот. Так он в танке почти. Блять, вчера мне то же самое говорил, дурак, что ли? Так, рыбу поставил. Припоты, если кто-то не взял, берем. Соответственно, про
кого-то выставлю я. Так, у нас 5 паладинов, 5 ар. Отлично. Чё, тебе ещё припод? В смысле ещё, блядь? Ты брал. На халяву давай мне, я не брал. Стак фласок, стак припотов, блядь. Жигурский. Я всё пью просто, блядь. Всё, доль увёл у меня, блядь. И ты у меня убил. Нихуя. Не дамажил ни на принте, ни на этом, нахуй, ни на Йорке, блядь. Так, соответственно, тактику все должны знать. Сейчас, секунду, ой, блядь, ответственность. Да все же. Не понимают, блин. Димон, я ж пишу. Припод. СС надо, нет? Нет, зачем тут СС? Ну, блядь, СС вешай, задумчик, на карочку. Так. Поставьте мне еще ГБ, пожалуйста. Угу, благодарствую. На всякий случай еще припотов возьму. Так, чек на готовность. Кушаем, твинти, пан. Фласочки пропиваем. Твинти еще не подошла. Че они не пьют? Да я сам, видишь, еще не выпил. Сейчас Твися подходит и начинаем на. Твися. Твися. Трупончик готов. Твись, твись, твись. Но она за кофе пошла. О, Твися забрала чешку на ту. Дымыч, карочка, бутер, мастер. Чоу. МТ, Винар. Я все выпью. Так, мистер Дейбеттер, заебал ты кулак снимать, блядь. Мне это напрягает нас. Зачем он его снимает? Не знаю. Блядь, а если по мане сядешь, как посохом пить будешь, а, блядь? Сука, заебал. Или мультя начал снимать, нахуй. Я вам потроллю. Я вам потроллю, нахуй. Ты сказал, что заебал, вот и все. Теперь ты дал зеленый... Зеленые ворота троллит. Всем привет. Вися пришла, блядь. Ну чё ты, блядь, поздно так нахуй. Нас ну извините. Пока что фул, пока на замене. Ну ладно. Не знаю, охуел, да? Как, фулги, ты хочешь сказать? Да, фулги. Я не верю. Ну мы блядь, же не они... просто так собираемся. Давайте, блядь. Твися где? Я захожу, что ты знаешь. Написала, что тут, да? На, так, кушай рыбочку. Рыбочка. Все, поела. Дык-дымыч, карочка, бузер, пропиваем. Отчет на пол. Пан Дык-дымыч, принимайте. Геру. Рога под боссом несте. Код, который с чередой назад нажимайте, когда череда идет. Так, один ши, блядь, вдалеке на лимоне, ёпь его идти. Развили шип. По шипам. Прожимку первую до столицы. Алиса, прожимку. Давай, 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 давай. По шипам. Все в шипы свичнулись, быстро. Бля. По шипам.
Быстрее прохил рейда. Надо отводить босса, надо из-под лица босса уходить. Босс бьет кливом. Раз, два, три. За спину. Быстрее за спину. И не на Алиса подходить. Стоите на месте, все. Лучше потянуться будет. Так, да не надо, оставим. Нормально так добьем. По шипам. По шипам. На Гурском шип. Вихрь, готовься. Давай. Давай, давай, давай. По шпам. Мурбеттер на хп читай. Мага уронили. Да, он на шипе был. Там еще один шип. Ну на хп читаешь на цюк тогда. По шипам. Выхиливать-то надо. Слушай, выходим, по шипам сыграли. Шипы появились, все по шипам играют. Привыкайте. По шипам. Вовремя подбежал. По шипам. Он заебал. На ханте шип, не забываем. Шипы слили. Ой, нам не прилетело. Порезали. Где рога-то, блядь? Шея. Рулим там. Так, я тебе кидаю. О, квест. Кто без квеста? Так, штаны на танк. Дорогу так и не нашел. Да я тоже что-то не нашел. У тебя такие собычки есть? Да, мне по минору. Сколько ГП у них? Посмотри. 550. 228, да? Все, разрулил? Да, ставь. Ой, 228. Они... 328, да. Ну, минус сотку сделай. Так, минус 150. Сколько, скажи мне, там, 228 разница. 328, да. 389 минус 228 и минус не. Рогу, наверное, пусть встает. Где ход? Не знаю, наверное, убили. Так, Алиса, тяни. Давай, давай. Играем по челику быстрее. Уже. Вообще сладенький. Всем привет. Ты сказал, что 228? Да. Да. Пати фул. 389 минус 161 будет 228. А, череп тяни. Готовьте стан. У меня КД. Пан стан, дай. Либо пан. Все это говорит о вашем несовершенстве.
Ну он тут не та. А, ну ага. Понятно. Ну ничего на. По-моему, блядь, Лимон, не ты собираешь души, а мобы на тебе. О. О, Лимон вообще оф нас. Он встал. Стан. Лимон, ты чё там? Нет, Лен, да, есть. Понял. Алиса, разворачивай их от рейда. Они кливают. У них у мобов фрейм большой, если чё. Близко не надо подходить. Фрейм большой. Ну, рольте. Так, Блад ДК у нас нет, да? Плохо, сука. На базу. Углу нету спека бодика. Какого? Да, да, хорошо. Одевал, так и не одел. Так, дальше. Лимош, тут тебе придется с танка. Один хуй, одна душа с босса, так что похуй. Не критично. А, далее. Соответственно, Винар войд, вы на боссе. Смотри, стой, стой. А, ты лучше Лимона Агрона берешь, или он лучше тебя в танке? У Лимона 20-10, он больше не берет. Ну, зачем? Смотри. Дело в том, что Леди не бьет автоатаками. Она кастует. И я про товаром нихуя здесь не наберу. Это при условии, что все 4 на пула будут напуливать, и это при каком-то чуде там будет какое-то агро. Короче, что... тогда на этот, Лимончик, ты на боссе на второй фазе с Авинар. Соответственно, на второй фазе Роги. С, с Пусичем напуливайте на Лимона, потому что агро ему очень мало набирается. Соответственно, давайте так сделаем. На всякий случай. Пуси, ты напуливаешь на Винар, ход гуски маленькому, вы там, напуливаете на... Подожди, там не так Мануча. Будет. Там агро, у них они должны быть на первом и втором месте. Сначала лучше на Лимона все четыре на пула отдать.
И потом Эвинар, она на втором месте очень легко окажется ЛПшками. Но не нужно луническое нажимать. И потом, когда Лимон там словит 3-4 стака, она заберет уже сама по себе босса. На ней будет босс. Ну а да, потом... да, да. Тогда полностью на полную дыгдымыча. И команду... Ну, легче можно сделать. Подожди, просто... подожди. Да, я договорю. Команду на пула всех четырех надо давать. В тот момент Лимон скажет в дискорде, когда с него спадут стаки. Тогда уже на пулы на него следующие все ПКД. Чтобы на него босс опять перешел. А то жопа будет. Ну и по агро смотрите с альвами. Так, а нет, если... А, ну он тогда генерировать агро. А если на него напуливать, что он не создает агро? Дело в том, что под стаками, когда он будет, агро на нем не будет набираться. А, все, понял. Дело в том, что мы уже добей ДД Трини, блядь, и не бать себе мозги. Нет. ДД Трини не решает ничего. Так, Алиса, ты будешь справа, ой, ты будешь слева. Вот так вот будем играть. Лу, так, Лимон, будешь вот этого, короче, забирать и тянуть. Давайте не сейчас. Так вы делаете, протопало легче стоять справа, чем Алисе на БДК, на трэшине. Ты понимаешь, что справа идет один милишный моб? Которая может шотнуть РДД, а кастера не особо шотают. Они только взрываются, не стоят на месте и кастуют. Конечно, для этого я ставлю Blood ДК на правую сторону. И всегда этот моб идет по центру. Танкам главное сейчас ловить мобов, которые милишные. Вот почему я двух танков ставлю на левую сторону. На всякий случай. И Лимон, смотри, с лестницы пойдет моб любой. То есть тяни... То есть, как его, забирай его и постарайся притянуть. Лу, если что, поможешь притянуть его на левую сторону. Любого мома. По тактике, к примеру, также все то же самое, только, ребят, на с контролем 3 человека, ребят, по контролю, пожалуйста, где-то секунды за 3 я буду говорить, что контроль, соответственно, ребята, РДДшники, готовимся. 2 приста, 3 приста, шансунг, если что, также филяешь. Сняли, пожалуйста, пристовскую защиту от темной магии. У кого есть, сейчас фулл баф даем без присты, без защиты темной магии, пожалуйста. Рыбу я поставлю. Далее, главное законтролить, и главное тех людей, которые в контроле, вы не шотните, потому что хоть у нас и 3 БРа, блядь, все равно. СС на кого? На карочку. Дальше. РДДшники, соответственно, ваши мобы без маны, милишники, ваши мобы с маной. Пока нету щита, мы можем задамажить их. Соответственно, милишники также помогайте, милишных, если что, мобов также бить. По мобам играют все, исключений нету. Чем быстрее мобов зальем, тем быстрее будем заливать босса. Дальше. Когда перейдем на вторую фазу, соответственно, контроль останется с левой или с правой мобы, будет, то есть с левой или с правой стороны будут появляться мобы. Босса мы держим на центре. Соответственно, появились справа, как сейчас мы сейчас смотрим на босса. Значит, идем, убиваем мобов справа. Дальше в босса. Появились, и вот если появится первый раз справа, соответственно, следующий появится слева. Только с одной стороны появляются мобы. Дальше. Будут появляться духи, как и на обычке. Соответственно, от них вам надо отбегать. Если вы не отбежите, вас... может луснуть нахуй, взорваться около вас дух. Соответственно, вы можете выжить, да, я не спорю. Но, возможно, вы шотните, блядь, половину рейда нахуй. То есть лучше отбегайте, следим за ситуацией. Надеюсь, понятно. Ну и, как обычно, не забываем про лужи. Чек на готовность. Рыба. Да, да, рыбку. Так, да, Войд. Сейчас тебе лутера отдам. Чек на готовность. А не проще на нем постоянно лутера держать? Я на групповой меняю.
чтобы он каждого моба не лутал. Все готовы? Соответственно, давайте. Отчет на пол. Какие пати откуда? Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Мобы. На центрального забивай фиг, Войд. Главное, поймай этих справа-слева. Дарнована тоже отпиздрючили. Милишники сзади моб. Контроль. Дал по задуму. Дал эфир по нему. Продиспеливаем там. Угу, молодцы. Трэш. По трэшу. По трэшу играем. На центрального хед забей, главное. Контроль. Контроль, контроль, контроль. Моб взрывает. Расконтролили. Продиспел. Молодцы. Пока что хорошо идем. Трэш на секунду. По трэшу. Быстрее, 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 быстрее. Все делаем быстро, оперативно. Контроль 2 секунды. Готовимся контролить. Да ну нахуй, авто меня убил. Контроль. Стрела смертельная лужа. Туже. Отлично, контроль заканчивается. Отлично. Так, МОСА БР Негурского. Отлично, бафы по ханту сразу дали. Трэш, секунду. По трэшу. А босса ловлю я или лимон? Кто словит, так тот словит. По трэшу играем. Контроль, секунда. Готовимся контролить. Контроль. Главное, не убейте тех, кто в контроле. Отлично. Добиваем мобов. Служи. Сколько там мобов? 5 секунд. Быстрее, быстрее в босс. Отлично, перевели. Алиса. Алиса, давай, выводи в центр. Кто в центр выводим? По трэшу играем пока что. Контроль 3 секунды. Контроль. Раздали контроль. Дай прожимку. Это духи. Так, бузер встать можешь? Встал. Отлично. Духи. Геру дал. Бузер, сразу Геру. За духами следим. Милизона. Духи, духи Милизона. Ёб твою мать. Трэш. Контроль. Контроль 3 секунды. Контроль. Красавчик. Контроль, контроль, контроль. Пушку я не снял. Антил, на тебя иду. Глыбу. Отлично. Духи, служи. Ой, дух тут. Духи, 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 духи. Бета. Не выводить сейчас, возьмите. Там дух прям во фрейме босса был. Духи, духи Миризона. Контроль 3 секунды. Мобы. По мобам. Анкила контрольнул.
Иди нахуй, собака дикая, блядь. Духи. Кто тебя убил? Рога. Так, Джурада Бейригурского, быстрее. Духи, не забываем про духов. Лимон, под духов сакру, дай подследуй. Косты сбивай. Да, пока. Духи. Контроль и трэш через 5 секунд. Контроль готовим. Дай бетер, зачитай на ману. Духи. Помабан. Контроль. По шредеру второй стан. Мультя на ману. На хп. Духи. На хп быстрее, блядь. Мультя. Мимо моб. Полдух. Войд, мимо моб. Духи. Сука, ты выделся. Пидор, блять. Ничего страшного. На меня как кулак. Духи. Переводи в другую сторону. На хп остальные присты, быстрее захиньте. Трэш. Сакру дал. По трэшу. С другой стороны. Я в контроле. Мало хп. Дальше вы. Расконтролили, ничего. Играем по трэшу. О, сука. Танков не забываем. Блять, ребят, духи! Алло, следим за обстановкой. В чем проблема, блять? Добивайте последний трэш в босса, тупо играйте, походу. 6 лямов. Играем в босса, за духами следим. Тю зергать, я подержу трэш. Духи Мелизона. Два духа там. Пися бабл. Контроль. Шансун КВЦ. Духи следим. Есть прожимка, давай. Слушай. Духи взорвали, блять. Льем босса. Босса льем. Духи. Контроль, готовимся, секунда. Диспо, проклятие. Проклятие, диспо. Контроль. Давай, еще чуть-чуть. Нормально убили. Блять. Вот эти вот духи, блядь, последние вообще не за надо духи, было. За духи я не знаю, ну будут вайпы, если на этой херне. Вы их то ли не видите, то ли что. Мне кажется, если будут вайпы, справедливо будет начать кидать за эту хуйню ГП. Вы просто их не видите. И мы чудом выживаем, ребята. Да, чудо выживаем. Это первое. Второе, блядь. Вы взрываете духа, и вы шотаете просто других, блядь, то есть со своей группы других людей. Не забываем про это, блядь. Так, посох на основа вот это. На распыл. Кто? Кому даем? Подождите, не агрите мобов. Мобов наверху не агрите. У нас Рольт и Шансунг. Да, кто-то из них двоих. Рольт. Мультя тебе не надо? Мультя. Все, Шансунгу, давай. Блядь, брать их или не брать? Говно нахуй. Ребят, бля, все в ваших руках. Не забываем, обычка у нас поносится как, блядь, говно нахуй. Научитесь первую обычку, блядь, чистить за 4 часа, будет второй рейд. Нормальные пацаны в обычку не ходят. У тебя с обычки есть вы все такие? Нет, с обычки... Да, есть. Линканите ГП, сколько за них?
Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Сейчас, сейчас, я тебе скажу сколько. Здесь линканы перчатки. Я линканул. Так, сколько ты цифру, скажи мне еще раз. 412. Так, 171. Тоже неплохая. Блять, сейчас. Спасибо. Я, в принципе, даже не знаю, какой мне шмот нахуй с Хэма нужен, блять. Еще раз наручи. Перчатки, блять. Кольцо. С обычки линкани мне. Брайт, линканом. Лекс, смотри, отбежишь, я просто поменяю на человека. Все. Потом будешь также на замене стоять. Ой, блядь. Все? Сейчас. Мы ждем, что там. Теперь все. А он иногда не отдается, понял? Все, меняй. Ты проснулся? Сейчас. Гурский не забирает печеньку Геровскую. Чё? Не забираешь печеньку Геровскую. Всё, ты проснулся. Мне похуй, я ливну вообще, нахуй. На замену хочу. Можно на замену? Нет. Почему? Тут ловить. Печеньки нет, нихуя нет. Кольцо заберёшь, да? Стрелы закончились. Стрелы закончились? Сейчас один блин сделает. Я могу сделать, в чём проблема? Не, не надо. Что? У меня типа эти... особые, блядь. Ты таких не сделаешь. 50 тысяч могу заебашить, но... Так, а кто знает по квесту на посох? Там сразу кровь надо? Или да, ДС собирать? Сдаешь квест как в Долоране. И там две крови и ДС. Ну. Я где-то метнусь, я с ума. Блять. Так, карочка, подними ты к дымычу. Бать, Лимон, ты без щита нахуй что ли? В смысле? Ой, я блядь, Лимон! Ёпта, чё ты не сказал, я на тебя напулю? Ты не веришь, что хп у меня? А я думал, ты такой сильный, блядь. Пора в хэме делать квест. На шэм. Бля, пиздец, я питорес, а у меня чешка проклят. А у кого, кстати, штаны, блядь, бэшные, нам? ХЗ. Не ушли от твоего. Промолчите, да? Их кто-то крысанул, мах. Да, да, угадайте, кто, блядь. Я хз, я за этим не слежу, не ошибаюсь. Только не для обмена там, блядь, тому штаны, да. Это кому надо кинуть у меня? Оу, блядь. Кому, кому, мастеру, я. Давай, нахуй. А, в шестую. Давай, мастер, я закину. Шестую. Ой, ты в танке? На аукционе, на шестой странице, блядь. Если надо, когда это, Тёма или Войт говорить, буду спекать. Ну, на боссах там все дела. Карти вар, понятно. Четыре плюса в пушку. Вот так надо плюсовать, на. Мы Алексус, я нахуй, Шреддер. Алексус, мастер Шреддер.
Че-че? Понял, Гурский, да? Бля, в натуре на замену, я уже тут не нужен, но... Джетпаки берем. Рыба вам стоит, кушаем рыбу, чек на готовность. Где рыба? А, на сопке похаваем. Бафы даем? Пол баф. Заложилось дохуя народу. Че, я бафы, каски или че? Или прото? Да, 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 каски. Ну, когда в танке прото. Угу. Блять, у меня чек забагался. Завожу. А, погоди. Че там? Короче, каски раздал, потом пан перебафаешь, если я с танка спикну. Завел. А ты мне каску-то не дал, бьёб твою. Пока релот пропишу. Чё, два осколка ж, да? Следи не упал? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Да ну, не, я чё тебе дам. Я релот прописываю. Ой, я даже корабля не вижу. Сука. А кто, блядь, истерию кинул на пушку? Ёб твою мать. А как, золки? Она быстрее стреляет? Нет, нихуя не дает. Прыгаем. Я не могу прыгнуть. Реки. А в смысле, блядь? А чё я не могу ранить? Я же ранить, сука, одел, блядь. Поэтому не можешь, что одел. Я не вижу, короче, эти. Ни мобов, ни хуя. Релоуд прописал, сука. Да ей и прыжок не помогает. А умрёшь, нахуй, похуй. ГП получил. Так, а карочка как у него? Мобы? На пул сделайте, оружейник. Пожалуйста, на этот, как его? Я вообще-то оружейник делал. Давай, да. Маг. Да зачем? Тут не должно так тут хило хватить. Ну, её оружейник убил взрывом. Она вот в ужасе. Эр, дай. И слушай, смотрите, следим, выходим нахуй. БР, дай Джурадан. Пушки по дальним оружейникам стреляем, не забываем. Бля, прикинь, я мобов не вижу, сука. На нашем корабле тоже? На нашем корабле я вообще нихуя не вижу. Вижу портал, как они тпшатся. Мак. Прыгнули. Так я так и делаю, ёпт, хули делать. Используй получую чуйку. Я смотрю, где Войд бьет нахуй, и туда бурю захуяриваю. А в таргете Войда кто-то есть? Да, да. Так а я не могу даже таргет. У меня их нету. Дымак проносится, как будто недалеко, блядь. Бомбочка сейчас стрельнула, чуть не улетел за корабль. Так бомбочки откидывает. Что ж ты хотел? Я первый раз ее поймал за все время.
Прыгнули. А, не, исцеление немного АП. Не добьете, да? Разрядил чуть-чуть. Прыгнули. Пока все обратно не прыгнут, не разряжаемся пушки. Убили мага, быстренько обратно. Быстрее. А ты что, умер, Лимон? Да, ну, почти. Окей. Нормально. Сейчас подымет. Ты что, встал? Нет. Нормально? Трупом лежишь? Угу. Лес мне. Погоди, Войт. Пусть он лутанет. Может не засчитаться, просто лут. Веснули тебя? Иди лутай. Заебись, так там. Гацес с школочком. Да, неплохой. Кто там ополчен? Кольцо, шея. На демона бисовая шея. Кто демона собирает? Какая нахуй бисовая шея, алё, блядь. Бисовая шея на демона. Бисовая шея у острова, блядь, успокойся. А что за кольцо? Острова, то бисовая. Кольцо с этот, с кораблей. РДД? Угу. Так же, как и на холле паладина, да? Тися. Говно, блядь. А чё, у Бузера есть, да, она? Угу. Чё? А чё там все, на офспек ролили, что ли? Но мы никого... Пиздец. Тебе поезд нужен? Я, блядь, слышу, нет? Чё? Я турбойсу говорила. Угу. Станем поменяться. Спасибо. Рыбу даю. Кушаем. Про баф даем. По лимону дали баф. Шедру, иди нахуй, пожалуйста, с маунта. Угу. Спасибо. Туру-ту-ту. Роги. Коты. Пам-абам не играют. Остальные играют. Чек на готовность. Лимон, кушай. Так у меня есть баф. Еды? Только что. Конечно. Да? Там чек прошел, когда 18 секунд было. А, ну все понял. Так, мультик готов? Мультя. А, вижу. Как готов, плюс чат. Мультя. Ага, все, доебись, заложу. Да, бывает такая у меня, бывает. А, я ж еще DPC не прописывал, но... Напротив, он на... С этого, блядь. А тут бы что прописать. Реальное начало боя или за минусом? Нормальное начало. Когда ты, если скачал, то нормальное. Ты заебал, ты когда дом, сука, скачаешь? Да я забыл, блядь.
Скинь мне после целка, я сегодня скачаю. Ссылка нахуй висит, блядь, в аддончиках. Алло. А, ну все. Он всем в личку раскидывал, у тебя в личке по-любому есть. В смысле, мне не скидывал. Вообще-то я еще раз, я тебе скидывал, алло, блядь. Так я тебе прописывал, слышишь, у тебя там 17. Какие зрители? А. Зрители, у тебя там и сколько, два? Да, фанаты Войда пишут и домогаются меня. Войд, убери их, пожалуйста. А, это, наверное, в Каригер? На полный винар. Алиса, ну, Моса, Бэр. И Винар английский не был, помилол. Геро. Пана пробафали. Геро с холы, блядь. Готовимся, сейчас трэш будет. Помабаем. Быстрее играем по мобам. Мабан. Быстрее по мабан. Не должны увеличиваться. Угу. Лу, готовься, бомжи. Давай. Где, блядь, Раган? Помабан. Алиса, бомжей. Помабан. Готовимся по мобам. По мобам играем. Байда прохил. Ну, 245. Проходной на лича? Лича можно взять. По идее. Ну, а чё там? Ничего. Ещё от лича, я думаю, на 260 плюс надо. Портал открыт.
ситуации. О, блядь, клиночек. Жир. Ну да, не демоны, не совы для кастеров. Че вам там дропнулось-то? Подожди, подожди, подожди. Посмотри на. Сколько на ГП? На? За 50% или за второе? А что не второе это идет? А куда нахуй на диспул кидай у нас? Я не ебу, блядь, там второй нахуй есть, если нового. На 300 или от косаря? Нам, конечно, ребята, у нас бы ДПС у рейда был повыше, если бы у нас были сова и демон, поэтому я думаю, что все-таки... Ну, возьмите равенное. Не-не-не-не-не, я вообще на будущее говорю. Нам надо для кастера нет, так... баф. Я сейчас могу равенно уступить. А часто уже так пойдем, а вообще надо. Может быть, там, задумчику или еще кому-то делать демона. Волоки должны быть в рейде. Нету клинета. А можно отойду, ладно? Сейчас я буду. Че, разрулил? Тём, личку прочитай. Я вижу. Че за меч делать? А там больше никто не рулил вообще? Перекур перед профом, как обычно. Перед профом? У нихуя себе на профе. Мат профа на последнюю кастаем? Нет. Лучше убить шмат получить, да. Да. Нет. Не, спасибо. У меня, да, ты реально охуел, у меня 4 их, ёпта, куда они, чё, солить, блядь, что ли? За ГП это говно никто брать даже не будет, нахуй, так что выкидывайте его сразу, блядь. Ну вот, блядь, я его, оп, удалить, нахуй, всё, и в пизду. Я уже не вижу смысла, блядь, обычные печеньки отдавать за ГП, мейн спектр.